Приветствую! Спасибо за просмотр этого видео. В Samsung телефоне можно удалять объекты, которые вам мешают на фотографии. Очень хороший плюс, то что не нужно скачивать сторонние приложения, смотреть многомиллионную минуту рекламы и что-то покупать, либо подписаться ежемесячно. Так, заходим в ручку, то есть нажимаем на ручку, вот. На три точки. Если у вас нету такие функции, вам нужно обновить приложение. Нажимаем, заходим в приложение. Если нет, здесь обновляем. Да, здесь обновляем. Так, теперь смотрите, нажимаем на три точки, вот удаление объектов. Вот. Так, мы можем удалить тени, удалить отражение. Так. Искусственный интеллект от Samsung работает без интернета. Еще так, можно так сделать, прям точно определить, что нужно удалить человека. Так, смотрите, нажимаем удалить. Вот. Вот, ждем. Вау! Красота! Видели? Прям красиво. Как будто я так и фотографировал. Нажимаем готово снизу. Так, всегда удивляется эта функция. Да. Теперь нажимаем сохранить как копию луч, а не оригинал. Мы можем вернуть здесь. Здесь можно вернуть. Нажимаем сохранить как копию. Все. То есть... Как будто так и фотографировали. Фу. Здесь тоже. Да. Здесь чуть-чуть тень осталось, да? Или мне кажется. Смотрите, как это он делает. Так, теперь давайте. Так, попробуем удалить надпись. Так. Удаление объектов. Готов удалить. Уху, красота. Красота. Ну, здесь чуть-чуть, да, видно, как будто что-то. Ну, не так уж. Удалим человека. Удалить. Воу, красота. Угу. Я уже ошибся. Нет, здесь я уже ошибся. Удалить. Опа, нет уж. Удалить. Все. Вот красота. Не, мы можем практически, в принципе, обрезать это. Так, давайте лучше обрезаем. Так, нажимаем готово. Да, обрезаем. Оп, лучше. Вот, еще. И пожалуйста. Нажимаем сохранить как копию, мы уже знаем. И все, смотрите. Ну, в принципе, да, здесь чуть-чуть что-то, да, здесь. Так, постараемся удалить камеру тут. Так. Мне понравилась эта функция удаления объектов. Если чем ровно, тем лучше удаление. О, опа, здесь, да, здесь чуть-чуть, да, все-таки есть. Ну, реально же, не так уж видно же. Как копия. Так, давайте еще. Я хочу удалить, знаете, что? Я стулья хочу удалить. Опа, удалить. Оп! Вот. Красотуля просто, красотуля.
Ну все, главное, вы знаете, нажимаем готово, сохранить как копию. Это наша оригинальная фотография. Вот здесь тут нереально не видно, вот посмотрите, да. Чуть-чуть здесь. Ставьте лайк, подпишитесь.